Здравствуйте, мои подписчики, подписчикицы, гости моего канала. Сегодня у меня еще один тортик. Это второй от предыдущего видео. Время 4 часа утра, а я украшаю торты. Я его обмазала, прибила крошки. Торт это для родных и близких. Хочу сделать корзиночку с тюльпанами. Взяла такую насадочку, уже крем окрасила в коричневый цвет. Насадочка вот такая вот, пятиконечная звезда, закрытая. Хочу показать, как я буду делать корзиночку с тюльпанами. Надеюсь, у меня все получится. Мои родные это оценят. Опа, не прицепился. Отдай. Отдай. Не хочет прицепляться. Я хочу сделать корзиночку, чтобы она не прямая была, а вот чтобы вот эти переплетения были наискосок. Когда делаешь наискосок, мне кажется, корзиночка становится более красивой, более аккуратной. И плюс ко всему нет, как сказать, проблем при заканчивании корзинок. Вот в этом месте, когда с той стороны зайдете, и стык корзиночки будет практически не виден. Взяла свою любимую насадку, тюльпан. Сейчас будем отсаживать тюльпаны. Поближе вам показать. Я тюльпаны делаю в корзинку,
Я думаю, да и все, наверное, так делают. Отсаживать, начиная с серединки. Ну, первый тюльпанчик пошел. Я отсадила сердцевинку. Сейчас крем покрашу. Окрашу, наверное, желтый цвет. И будем окрашивать постепенно. Попробуем мешки не менять, посмотрим, что из этого выйдет. Взяла такой краситель Электрик номер 161. Так как у меня насадка одна, и чтобы мне ее каждый раз снимать, решила не менять ни насадку, ни мешок. Не мыть, вернее, каждый раз. И хочу посмотреть, что из этого у меня выйдет. У нас будет переход. У нас сейчас желтый, следом пойдет оранжевый. Потом, если хватит места, красный. Что-то я, наверное, добавила много красителя.
Взяли вот такой электрик оранжевый. Мы сейчас этот же крем и добавим. Такой желтенький получается. Желтенький, оранжевый. Из желтенького оранжевого. И посмотрим. Насадку надо протереть. Я думаю, что она мне тут фандрить стала. Ну, протереть надо. Что-то тюльпанчики прям некрасивые стали выходить. Не хватает кремушка тоже.
Тут мы добавим сейчас чуть-чуть оранжевого и чуть-чуть красного, чтобы у нас переход не такой явный был. Ой, что-то я заговорилась-то. Нам же красный надо еще добавить. Сейчас я добавлю. Возьмем Супер Ред. 120 номер, да, 120 номер. И его добавим. Такой цвет получился, ярко-оранжевый, скажем так. Его явно не хватит для того, чтобы закрыть весь вот этот вот пространство. Мы сейчас поставим несколько этих тюльпанчиков по кругу. Ну, в разнобой получается. Ну, сейчас посмотрим, как, куда. Вот. И потом в этот же крем добавим белого и добавим больше красного. И будем уже края закрывать. И будем менять мешок, потому что мешок уже рвется. Боюсь, рано или поздно мне выскочит вместе с насадкой крем. Ну вот. Ой, чуть я поставила сюда. Вот ворвано. Пружина ходу. Так, надо убрать. Это безобразие надо убрать. Мне такие тюльпанчики здесь не нужны. Ну, другой вопрос. Если вот так вот высаживать тюльпанчики, скажем так, в разнобой, тут вот два, тут вот один, они как бы не все подряд, вот прям ровно-ровно идут, то вот этот вот переход из цвета в цвет будет не такой броский, что ли. Сейчас мы выдавим весь крем и поменяем, наверное, пакетик. Потому что
он уже весь порвался. Вот так вот. Сейчас мы найдем другой пакетик. Опять добавляем Super Red, чтобы уже более красным был. Значит, тут. Надо было мне баночку побольше. Вот эту. Чтобы 10 раз не накладывать уже крем. Так, откуда мы начнем? Наверное, отсюда. Их не хватит, наверное, крема. Опять.
картину испортил. Тюльпанчик. Ну, остальное все закроем листиками. Сейчас сделаем зеленый цвет и закроем. Все, тут было 4 крема на 4 белка. Он весь ушел. Абсолютно весь. Вот все, что осталось в этой мисочке. Это еще с предыдущего у меня осталось. Так, наверное, краситель, наверное, возьму бирюзовый. Я так думаю. Или зелененький взять. Не знаю даже. Возьму бирюзовый. Сделаем слабенький бирюзовый. Чтоб жидненький такой. Много не будем добавлять, чтобы он сильно темный не был. Нет, мне как-то не нравится цвет. Зеленого добавим. Не знаю, хватит крема, не хватит. Или добавить еще. Возьмем, наверное, насадку звездочка. Возьмем вот такую насадочку звездочка. Вот такую. Я не знаю даже, насколько она миллиметров. Наверное, 6 миллиметров будет на выходе. Ой, куда я пакетики-то делала?
честно говоря, очень устала. Я отработала смену на своей работе. Прибежала, занялась приготовлением тортов. Время 5 утра. Я еще не ложилась. Или около 5 даже не знаю. Ой, накусячила я тут. Попал крем со стакана там внутри. Стаканчик от крем был. Прям на насадку. Я думаю, нам это не помешает. Вот. Вот такая насадочка. И начнем. То тянется крем, то не тянется крем. Не нравится мне такая насадочка. Не нравится. Слишком много зубчиков. Сейчас переделаем. Переделаем. Вот теперь взяла вот такую насадочку. Я просто ставила тот пакет с насадкой прямо сюда. Я думаю, нам не помешает это сделать. Ой, не той стороной. Господи. Уже не знаешь, куда воткнуться-то. Как воткнуться? Куда воткнуться? Надо убрать этот. Надо убрать. Неправильно. Наш. Листик, который развернулся не в ту сторону у нас. Сейчас уберем и на место этого поставим другой. И его убрать тоже. Не нравятся они мне. Я не помню, какой насадкой делала тогда торт. Тоже звездочкой. До того красиво вышло, не хуже, чем вот с такой насадкой тюльпан. Я потом вставлю фото того. Да что ты будешь делать, да? Вставлю того фотографию.
фотографию этого тортика, где у меня наподобие такого тортика сделан. Но я тогда еще видео не снимала, можно сказать, я только училась. Вот первый торт, который у меня получился с тюльпанами. И там вот именно у меня тогда еще не было таких вот насадок, как сейчас. У меня там получилось, что я взяла насадку звездочка. Я вот только не помню, какая она, открытая была тогда или закрытая. Но мне торт очень даже понравился. Так плотно посадила тюльпаны, что даже не знаешь, куда посадить листочек. Ну уже, давай. Даже листочками воткнуться между тюльпанами. Все как-то плотненько так посажено. Даже не знаю, куда воткнуться-то с ним. С этим листочком. Посадила тюльпаны, блин, вот это я их рассадила так плотно, что даже с листочками не воткнуться. Ой, боже. Будем сажать поверх цветов. Как-то здесь голенько и пусто. Грустно. Вот и все. Тортик готов.
один тюльпан мне весь не... Не буду шипы делать. Ничего. Устала я. Устала. Не, я отвыкла уже от таких подвигов в таком количестве тортов. Вот и все. Сейчас я это уберу и вам покажу общий вид.